18 июля 2018 года. Этот пацанчик, который потерял свою игрушку, он сразу же уехал. И приехали новые посетители. А мы сразу же прогуливались по Урзу, кушали мороженое, покупали игрушки, потом купались на море. Потом я играл с пацанами и девками. А потом мы там еще встречали говновоз. Потом мы кушали еще мороженое. И больше картошку фри не ели, потому что от нее у меня был понос. Потом я играл с пацанами и девками. Потом встретил автомобиль Peugeot с сербскими номерами. Конец!